Доброе утро всем, кто еще в кровати, а кто уже на ногах. Всем желаю прекрасного дня. У нас сегодня вот такая дождливая погода. Мы с песиком гуляем. Намордник у нас для того, чтобы ничего не подбирать. Лабрадорчики очень уж любят что-нибудь найти своим чутким носом. Такой вот сегодня дождливый лес. Небо хмурое, серое. Хочется быстрее зимы, быстрее снега. Все-таки сегодня уже 4 декабря. И хочется новогоднего настроения, но его нет, согласно погоде. У погоды на декабрь свои планы, видимо. Кого там увидел? Что там увидел-то? Тем не менее, настроение замечательное, даже в такую серую хмурую погоду. Это мы хотим намордник снять. Но если только я его сниму, он обязательно что-нибудь найдет. Поэтому пока никак. Пока мы вынуждены ходить с намордником. Ну вот, сняли. Сейчас обязательно что-нибудь найдем. Надо срочно надевать. Веточку нашел, да? Малыш, ты веточку нашел? Вот, скажи, я веточку нашел. Так гораздо симпатичнее, скажи, да? Веточки тоже хочется покушать. Деревья тут упали, сломались, видимо. Тоже хочется пожидорчик. Веточки пожуем. Пошел еще за веточкой. Давай я тебе веточку буду бросать, а ты мне будешь приносить. Арчик, и вкусняшку получать. Что? Что? Да-да-да. И в камеру потычем, скажи, носом. Пошли, пошли вперед. Гуляй. Радостный, что без намордника теперь. Хочется веточки, скажи. Почему-то веток очень много поломанных. Сегодня вечером, по-моему, ветер был. Ну, возможно, это не сегодняшнее. Хотя свежее. Арчик сухую грызет ветку. Пытается вытащить. Идет дождь. Я в очках, у меня все очки мокрые. Все стекла. Ли в лесу тихо очень, никого нет, ни одной души. Очень мне здесь нравится гулять, так как тихо абсолютно, никого нет.
можно гулять замечательно со своими мыслями. Вот у нас начинается. Это лабрадоровы такие у нас игры. Зубки чешутся, видимо. Ну и почистить не мешает тоже. Всем желаю замечательного дня, несмотря на такую погоду. Ну и себе покажу еще. Все стекла мокрые, идет дождь. А мы гуляем. Где мой мокрый нос? Дождь усилился. Мы движемся к городу. Побегали немного. Мальчик опять на мурнике. Так как выходим из леса, там бывает мусор, который мы непременно найдем. Вот. Поэтому...